Привет всем, вы на канале Доцент. Вот решил снять такую маленькую распаковочку. Заказал себе посылку с AliExpress. Это такой держатель для планшета или телефона универсальный, под штатив. Он предназначен для того, чтобы можно было зафиксировать планшет или телефон на каком-нибудь штативчике и скажем так, чтобы были свободные руки. Иногда при съемке или вообще нужно, скажем так, может кто-то читать любит или еще что-то, скажем так, бывает полезно. Такая штука может кому-то пригодиться. Решил снять. Вот такая вот вещица. Вот здесь стандартное резьбовое крепление. Под, например, вот на примере селфи-палки покажу. Вот. Таким вот образом оно сюда крепится. Накручивается. Фиксируется. Вот. Можно, кстати, если у кого-то есть автомобильный держатель, вот такой вот навесной в машине, точно так же, кстати, можно подвесить. Я просто долго искал такую вещь, не мог найти. Она идет или в составе каких-нибудь штативов дорогих, или еще чего-то. А так получается, это отдельная, стоила, по-моему, она около $3. Кому интересно, ссылку ставлю в описании. Вот здесь вот фиксатор такой вот, зажим, расфиксируем. И можно практически на любой размер ставить. Вот, например, не знаю, вот у меня есть это iPad 2 mini. Вот, можно вот таким вот образом зафиксировать это дело. Чик. Замочек. Вот оно с этой стороны вот так вот выглядит. Так, как-то он ненадежно зафиксировался. Ага, надо поджать просто. Поджать и закрыть. Вот. Да, держится надежно. Вот. Есть больше планшеты форматом. Я думаю, например, если больше, то вот iPad этот мини можно и вот таким вот образом ставить. Вот он вставляется. И вертикально. То есть понятно, какого размера планшет можно вставить. Ну, это максимальный размер. То есть стандартного размера планшет будет влезать сюда без проблем. Я думаю. Так, ну что из себя представляет этот держатель? Это такой вот регулируемый механизм. Вот здесь вот фиксатор, который вот в таком положении, он открыт. И делает, скажем так, можно здесь такие вот ребрышки есть, которые позволяют фиксироваться, я так понимаю, вот этому вот поворотному механизму, он его зажимает. Вот такая типа трещоточка, что ли. Так, что здесь? Здесь такая вот мягкая подушка, которая не царапает заднюю стенку. Вот такие вот в уголках тоже мягенькие наклеенные элементы. Ну, то есть, получается, планшет полностью зафиксирован со всех сторон в таком мягком каркасе. То есть, ну, кому будет полезен такой держатель, может быть, очень неплохо он будет полезен в машине. Вот, есть крепление присоски на стекло, оно не тяжелое. Если небольшой планшет, то такой вот, он не тяжелый. И можно повесить и использовать в качестве навигатора, например. Или можно, вот как я собираюсь использовать, вот установить его таким вот образом на штатив и, скажем, может что-то снимать. Ну, также, я не знаю, ну сейчас проверим. Ну, смартфон, конечно, держаться здесь не будет, потому что это не для смартфона. Вот. Но повторюсь, для планшета какой-нибудь, я думаю, планшетов, которые до 10 дюймов, будет держаться без проблем. Зажимаю. Такая штука. Можно даже надеть на селфи-палку и снимать селфи. Так что, кому интересно,
Ссылку оставлю в описании. Спасибо за внимание.